коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию обзор на костюм Горка 5, расцветка Атака, мох. Такой интересный размазанный камуфляж. Специально брал для того, чтобы хорошо сливаться с лесом, с природой, чтобы не было сильно видно в лесу. Я думаю, сейчас я стоял за этой сосной, и меня особо не было видно. Чем понравился мне данный костюм? Первое, это цвет, расцветка его, мох. Второе, что у него есть нагрудные, довольно глубокие карманы. Пуговицы сделаны канатным методом. И плюс, большой плюс, что есть молния в костюме. Как видите, под самое горло. Глухой клапан. Когда застегнут, пуговицы не цепляются ни об ветки, если лежать на животе, об землю, не будет ничего цепляться. Два кармана на рукава. Хорошо широкие залепы, довольно крепко держат. И два кармана на пуговицах. С клапаном. Хорошо, что есть клапан. Из карманов ничего не вывалится. Вот такие вот кармашки. Можно все распихать нужное по карманам. Здесь у меня лежат перчатки, рация небольшая. Такие вот карманы аж под самую подмышку. Здесь у меня запасной комплект аккумуляторов. Ну, теперь расскажем про штаны. Два кармана на пуговицах с клапанами сзади. Два глубоких кармана боковых и карман на клапане, два штуки на бедрах. Ткань рипстоп у костюма и усиленные вкладки на локтях, на плечах и на коленях. Один минус, друзья, это что нету глухих клапанов от клеща. И если сделать сверху на берце, то есть вероятность того, что клещ может подползти снизу с земли и залезть к вам в ноги. Вот это вот минус этого костюма. Не знаю, может, у других производителей такого нету, они делают с клапанами, но вот на данной горке такого приспособления нету. Это, я считаю, большой минус. В принципе, если заправлять брюки в берце, то ничего страшного. Вот, как видите, такая вот приятная расцветка.
неплохо гармонирует с лесом, с полем. На этом, друзья, обзор буду заканчивать. Костюм хороший, рекомендую. Всех благ вам и вашим близким, друзья. Друзья, забыл сказать, в этом костюме довольно удобный капюшон, хорошо сидит на голове, полностью закрыто горло, утяжечки хорошие, довольно удобный капюшон. Вот теперь пока, друзья, оставайтесь на канале, подписывайтесь на канал, дальше будет намного интереснее. Всех благ вам, друзья!